Всем привет-привет! Сегодня у нас 9 декабря. И у нас сегодня вот такая температура. Плюс 5 почти. Дождь и тепло. Я своих собачек выпустил в огород. Где-то они там бегают. Сейчас там были. Там он одна из забора ходит. Овчарку что-то не видно. Может, не захотела выходить. И у меня сегодня день рождения у снохи. Но я заболела. Я чуть-чуть простыла. Я ей позвонила по телефону, поздравила. С детям позвонила, внукам. Сказала, что сегодня не смогу прийти. Отлежусь дома дня через два. Полегче будет. Скажу. Ну, они мне сказали, мам, ничего страшного. Одевай маску и приходи. Вот. Спокойно сижу себе на кухне. Готовлю. Ролики смотрю. Слышу, кто-то гремит. Думал, что... Мои дурынды бегают. Заходит папа мужа. И он, смотрите, что купил работу. Вот теперь буду таскать их. Вон туда, где дверь вон-то открыта. Она очень скользкая. Вообще, я еще немножко снег лопатой взяла. Пришло дело, чтобы не так скользить. Вот сюда теперь будем дрова таскать. Это специально доска сделана, чтобы дрова сюда не падали, не мешались. Вот. На улице сегодня тепло у нас. Собаки бегают, нет, чтобы все перетаскать. Так что пошла я работать. Ну, я, наверное, конечно, думаю, что я быстро устану. Быстро я, наверное, устану. А их же здесь очень много. Машина не знаю какая, но большая. Друг. Я, наверное, быстро-то вообще-то устану. Наверное, потаскаю вот. И устану, наверное, быстро. Ну ладно, начинаем работать. Наш Вася вышел. Вася. Леся, место. Айда ко мне. Да ты что? Не дает, хулиганка. Айда, Вася, Вася, айда ко мне. Вон, старичок мой. Лесим. Айда, айда. Все, чтоб ее... Ой! Чтоб ее... Ты меня свалишь сейчас. Вот, все. Вот наш старичок. Все, 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 я тебя погладила. Все. Ну, дай другого поглажу. Хулиганка. Дурында ты моя. Столько. Я перетаскала дров. Так, кирпичи наши пригодятся. И пошла я стряпать пирог с ягодками, с клубникой. Хочу пирог сделать. Устала, конечно, очень. Эти не хотят мне помогать, только носятся по двору. А это будет наказано. Валере будет сидеть. Вообще не выпущу никуда. Сейчас молодежь проходила, ребята, по улице. Она на них побежала. Будет наказано. Вот здесь вот сколько валялось. Я перетаскала. Дрова, конечно, тяжелые. Даже не знаю, это что. Там береза попадается, и дуб попадается, и еще там что-то. Папа сказал, это Дед Мороз нам подарок прислал. Вот. Такой вот нам подарочек на Новый год. По
вот такой хочу вот пирог испечь с клубничкой. У меня это ягодки свежезамороженные были. Я их разморозила, соединила с сахаром и добавила чуть-чуть картофельного крахмала, чтобы так ягодки не растекались. И буду выпекать вот такой вот форме. Сейчас духовочка разогреется и поставлю. Вот такой у меня пирог получился. Он еще не застыл, сейчас остынет. И ягодки немножко застынут. Он еще горячий, мягкий и вкусный. Мне уже хочется его быстрее попробовать. Итак, девочки, мальчики, мой пирог остыл. Я себе чай сделала. И показываю вам, какой у меня пирог получился. Я тесто не стала делать толстое. Ягодки застыли уже, все. Не растекается ничего. Вкусный. Клубничкой пахнет. Вкуснятина. Приходите ко мне чай пить. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю пока-пока. До новых встреч.